Сегодня же глава Чувашии встретился с генеральным директором компании «Чувашторгтехника» Наилем Хайрудиновым. Вот уже более 55 лет компания успешно работает на рынке торгово-технологического оборудования и по праву занимает лидирующее положение в этом сегменте. Накопленный опыт сервисного обслуживания позволил спроектировать и создать целую гамму теплового оборудования для общественного питания. Посмотрел ваши показатели, полагаю, что в этом году вы клуб коммерческих организаций миллиардников войдете по итогам года. Прибыль хорошую получаете, динамичнее, чем в прошлом году, несмотря на сложности, которые возникают в реальной экономике и в реальном производстве. Но в то же время хочу высказать еще раз слова благодарности за то, что наши повара, которые работают в наших детских общеобразовательных учреждениях, высказывают слова благодарности за те пару конвейк автоматы, потому что мы модернизировали, сделали благое дело, чтобы дети наши питались качественным питанием. И ваше оборудование позволяет на сегодняшний день производить, одним словом, здоровое питание. Компания не стоит на месте и постоянно совершенствует свое производство. Ее оборудование продается не только в России, но и на рынке СНГ, Европы и Востока. Например, в Румынии пароконвектоматы, выпускаемые «Чувашторгтехникой», самые популярные. Предприятие находит все новые и новые рынки. Если по конечной точке на Дальний Восток мы дошли в Китай, Вьетнам, Монголия, остальная последняя точка Китая, это контракт на 500 000 был, то сейчас все дальше и дальше в Африку уходим. Последняя точка, где мы поставляем наше оборудование, это Гана. Экспорт значительно увеличивается по сравнению с прошлым годом. Экспортный потенциал наращивается.